нахуй там, блядь. Лёшка, а чё остановился? Потерял развязку. Что-то мне подсказал, что тут выше, ниже. Так он же спереди ехал. Лёха, тут налево надо будет. Да, наверху налево уйти. Мы подсказали. Нас отдашь свои счета. Лёха, стой! Во-первых, стой, подожди, послушай. А? Тебе на второй надо, газу, и здесь налево уходить. Нормально. Что? Отсюда? Напрямика, где можно стоять, ты стой, потому что ты сидишь на жопе, и тебе тяжело очень сильно. Ну, как бы сознательно просто включай. Маленьких бревнах пробуй в стойке, чик подъехал, прыгнул. Я в стойке уже под конец там ехал.
эта машина висит. И сегодня... Может, ты бенз говно залил? Бля, 98. А что такое? Газу, блядь! Боится газу. На первой газу. Здесь свечку. Я газ кинул. Ну. Зекло, бля. Ты сбрасываешь газ. Это нормально валит эта хуйня? Да? Конечно, я пробовал там, в домашах выехали. Вот. Может, там едешь? Нет. Ну не это же. Она легкая. Просто ялах. Ну вот там вот дальше заезд есть. Может, попробовать. Да, по прямой. Yeah.
И он уже катается. Ну как? Перелом-то зажил? Я тут думал, буду ржать с этого. Алло, да. Не бойся! Считается! Прикольно. Вот этот подъем. Давай, Пашка. О, забыл завестись. Получается, что мы прыгаем оттуда. Чем больше скорость будет там, тем проще мы допрыгнем сюда. Больше прыгай, не бойся. Thank you.
печкой.